В Твери в библиотеке имени Герцена открылась книжно-иллюстративная выставка «Философия русского человека. Быть писателем», посвященная творчеству тверского писателя Леонида Нечаева. Леонид Нечаев – поэт, прозаик, лауреат многих литературных премий, член Союза писателей России, а также почетный работник культуры и искусства Верхней Волжья. Леонид Евгеньевич известен широкому кругу читателей как детский автор. Его повести «Портрет», «Конь-голубь», «Ожидание друга» и многие другие печатались в издательствах «Детская литература» и «Отчий дом» 100-тысячными тиражами. Они принесли огромный успех и славу автору, а также звание лауреата первого всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу в 1986 году. На экспозиции в библиотеке имени Герцена представлены рукописи, а также личные вещи писателя из частных коллекций, а кроме того уникальные издания с комментариями автора. А на самом открытии выступили коллеги по перу, друзья и люди, которые занимаются исследованием творческого наследия Леонида Нечаева. Ну, во-первых, это духовность, нравственность, эстетика. Человек был высокий эстет. Он писал очень трогательные вещи простым русским народным классическим языком. Это очень подкупает, что о больших глобальных вещах можно выразиться просто. Это искусство. Посетить выставку вы сможете до конца июля, с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00. Вход свободный.